На конкурс «Музыка слов». Автор Зонова Маргарита Николаевна. Стихотворение «Никто не хочет быть неправым». Никто не хочет быть неправым, идти вперед и ошибаться. Толпа не любит одиночек и сквозь разруху пробираться. Зачем ломать, ведь можно строить, но эта истина пропала. Война стоит в приоритете, она сторонников собрала. Бессилье, плач, людские стоны в глазах вселенной только бездна. Пора заканчивать обиды, пора взглянуть на этот резко. Ведь 21 век прогресса, где доброты не стало больше. И стерта линия свободы, и с каждым разом только тоньше. Смотрю вперед, но что я вижу? Разруху, голод, боль разлуки. Виновных тоже будто не было, и смерть невольно тянет руки. Пишись сказания не вправе, я мир хочу верять. Пора закончить беззаконие и души праведных терять. Зачем ломать? Ведь можно строить. Прошу, воспользуйтесь советом. Откиньте маску безразличия и будьте просто человеком.